Сотрудник полиции предстанет перед судом. Начальник отделения по расследованию угонов и хищений автотранспорта обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2013 году офицер приняла в работу уголовное дело по статье «Изготовление и сбыт поддельных платежных документов». Вступив в сговор с одним из обвиняемых, сотрудник полиции незаконно вскрыла упаковку изъятых вещдоков и передала подельнику банковские чеки коммерческих организаций. Позже их обналичили на сумму 890 тысяч рублей. Полученные средства преступники распределили между собой. Ей, как пособнику, было передано заказные услуги 200 тысяч рублей. Она обвиняется в совершении двух составов преступления – это превышение должностных полномочий, пособничество, совершение мошенничества. В настоящее время обвинительное заключение утверждено, и уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.